Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. В этом видео мы поговорим про улитку Тиламилани. Улитки Тиламилани уживчивы и активны. Поражающие размеры и необычная форма притягивает взгляд к аквариуму с этими улитками. Правда, если вы купили старую улитку этого вида, она может около 2 недель не открывать раковину перед изучением своего нового дома. Обязательно подпишитесь на наш канал. Длина раковины может быть от 2 до 12 сантиметров. Соответственно, в маленьких аквариумах держать таких улиток не рекомендую. Минимальная площадь для аквариума должна быть не менее 60 см. Тиламилани живут в природе на острове Сулавеси и еще не описаны подробно. Комфортная температура для содержания от 27 до 30 градусов. Этим улиткам нужна мягкая вода с высоким pH. Часто аквариумисты содержат Тиламилани в воде средней жесткости. Улитки Тиламилани очень мирные. Можно легко содержать с мирными рыбками, в том числе и с небольшими сомиками, креветками и другими улитками. Но учтите, если вы хотите разводить чистую линию Тиламилани, не стоит сажать разные виды этих улиток, они легко скрещиваются. Тиламилани, как и основная масса улиток, всеядны, но кормят их несколько раз в день. В качестве корма используют спирулину, таблетки для сомов, корма для креветок и другие донные корма. Из овощей хорошо подходят огурцы, кабачки и капуста. Любят поесть и филе рыбки. Стоит признать, что у этих крупных улиток отличный аппетит. Из-за ненасытности могут портить растения в аквариуме. Бывает и так, что в поисках корма закапываются даже в грунт. А еще хотелось бы поговорить о разведении. Я еще не встречал аквариумистов, имеющих Тиламилани и не имеющих желания их разводить. Самое интересное, что это возможно в домашних условиях. Единственное, что придется немножко постараться. Но учтите, что эти улитки разнополые, и для размножения необходим самец и самка. Но вопрос о том, как различить пол, остается открытым. В разведении есть и еще одна трудность. Тиламилани не особо плодовиты. Самка вынашивает яйцо, редко 2, при этом они живородящие улитки, и молодь появляется на свет уже полностью готовой к взрослой жизни. Размеры малышей примерно 28 мм до 1,7 см в длину, в зависимости, конечно же, от вида. Бывает и так, что из-за резкой перемены параметров воды уже беременная Тиламилани откладывает яйцо. Например, если вы ее купили и запустили в свой аквариум. Не переживайте, это нормально и вполне вероятно, что часть малышей выживет, хотя их размеры будут меньше приведенных выше.
На этом видео подошло к концу. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания.